Привет, дорогие друзья! Вы на канале Домовой. Сегодня мы ремонтируем телевизор. Вот такой вот, значит, телевизор добрался до меня. Его же ремонтировали. Здесь была проблема с блоком питания. Полностью заменили все конденсаторы, и телевизор вроде заработал, но проблема, значит, у него такая. Он все отлично включается, все замечательно. Но на картинке мы видим вот такой вот дефект. Пол экрана просто не показывает. Половина экрана показывает хорошо, вон там синий фон. А вот эта половина экрана, то есть вот эта половина экрана не показывает, вот эта половина экрана показывает. Здесь у нас майнборд представлен, и шлейф матрицы подключается. Тут, наверное, у нас находится как раз тикон. И два шлейфа идет. Шлейф левой половины матрицы и правой половины матрицы. Вот, по всей видимости, у нас проблема где-то в этой области. Что с ней могло произойти, сложно сказать. Я вообще не ремонтирую прям сильно много телевизоров, которые связаны с проблемами по матрице. Но давайте попробуем разобрать и посмотреть. Может быть, что-нибудь получится починить в этом плане. А в ремонте у нас сегодня вот такой телевизор Акаи 2007 года, 26-дюймовый телевизор. Ну, древний кусок, как говорится, мамонта. Но вот мы его попробуем отремонтировать. Ну, не получится, ну и бог с ним. Значит, открутил каркас, и вот полностью материнскую плату с блоком питания можно отодвинуть. И добрались мы до тикона, смотрите, какая ситуация. Вот у нас плата тикона, и мы видим шлейф, который у нас с левой стороны, видим поврежден коннектор. Вот справа, как выглядит правильный коннектор, то есть в идеале. И слева, как видим, поврежденный коннектор. То ли он выскочил из-за щелок, то ли сюда кто-то лазил, непонятно, честно говоря. Мне не кажется, что сюда кто-то лазил. Может быть, от времени каким-то образом он выскочил. Вот не готов ответить на данный вопрос. Неожиданно. Если получится восстановить коннектор, обратно его вставить в защелку, и контакт восстановится, но это просто будет чудо. Ну все, я колодку поправил. Она просто выскочила. Вот зажат шлейф, видим. Полосочка по шлейфу идет. То есть мы затолкнули шлейф так, как он должен быть. И здесь то же самое. То есть два шлейфа, они должны на одном уровне быть затолкнуты. Так, все я, значит, подключил. Ну что, теперь можно все это закрутить и проверять. Ну что, я все собрал. Давайте же проверим. Запускаем телевизор. О. Так, загорелся индикатор. И аллилуйя, все отлично работает. Так что не пугайтесь, если уж вот такая ситуация получилась. А может быть, все и не так сложно оказалось-то. Всего лишь надо было разобрать телевизор, подключить правильный шлейф, ну, восстановить колодку, конечно же, защелкнуть, если она не сломалась, и затолкнуть правильно шлейфы. И все получается отлично. Ну что, всем, кому понравилось простой такой ремонтец, или кому-нибудь помогло, или дало направление на мысли, ставь лайк, пиши комментарий, что думаешь по этому поводу. А ты был на канале Домовой, у нас всегда получаются самые классные, легкие ремонты. Ну, конечно, не всегда получается, но по большому счету всегда самые успешные. Вот, поэтому лайк, подписка, комментарий. Меня ты можешь увидеть на Ютубе, Яндекс.Дзен, Рутуб, ну и, конечно же, ВКонтакте. Подписывайся, пиши комментарии, будем общаться, будем дружить. Всем классных ремонтов, удачи в новых начинаниях и, конечно же, крепкого здоровья. Всем пока-пока, до новых встреч на канале Домовой. Чао!